так же, как и его футболисты, продолжает бороться за чемпионство. Предматчевый антураж, пожалуй, завершен. Футболисты занимают свои позиции на поле. Дети футболистов занимают позиции в центральном круге. Известная британская 36-й номер, об этом парне будем говорить отдельно. Дэмин Делейни, 27-й, Джоэл Уорд. Левого фланга не доходит мяч до Мурвана Шамаха. Парес, но возвращается к нему мяч. Будет стрелять. Опасно! И угловой. Нет, не уходит на угловой мяч. Из-за боковой будут выбрасывать футболисты Ливерпуля. Суарес. Дадут ему принять мяч. Ай-яй-яй. Далеко отпустил. Но офсайд уже зажег лайнсмен. Марк Платтенбург будет отфолупил. Получил от Дана. Но Панкен подхватывает мяч. А Шамах остался лежать. Досталось ему в этом эпизоде. Здесь Шкартел, проникающая передача. И что? Угловой показывает Марк Платтенбург. Сразу все внимание Мартину Шкартелу, самому забивающему защитнику этого сезона в английской премьер-лиге. Давайте еще раз смотреть. Повтор. Ух. Да, откровенно махнул. Махнул Блазье здесь мимо мяча, но Марк Платтенбург на падение Джонсона никак не среагировал. Подача, удар! Сако совершенно один остался в штрафной, пробил поворотом в ближний угол. Совсем немного не хватило 17-му номеру Ливерпуля для того, чтобы попасть в свор. Давайте еще раз смотреть. Откуда следит за порядком. Вот, наконец, сейчас можно подать. Раздался свисток. Опасно! Ух, как дали пробить. Это Скотт Данн. Для него этот матч тоже особенный. Скотт Данн родом откуда вы думали? Конечно же, из Ливерпуля. Виглик принципиальный для Кристал Пэлас. Вот, пожалуйста, доказательство этого. Иска опускается. Найти пути к воротам Миньоле. И не было офсайда. Ух! Вот такое подключение крайнего защитника. Ворвался. Зевнули Глена Джонсона. Посмотрите. Это Блазье, по-моему, зевнул, успел Глен Джонсон подстрелить. Говорите, не отметить тоже нельзя. Прострел. Ну, а 31 мяч пока не забивал никто. Может, Суаресу удастся? Пока вот так вот так. Ну, да, не старич. Поворотом с Перони. И кажется, что для голкипера Кристал Пэлас. Кашет. Пока же угловой. Подача. А удар. И вот гол! 1-0. После подачи Стивена Джерарда Джо Аллен открывает счет. 1-0. Далеко не самый высокорослый игрок Ливерпуля. И беснуются болельщики Ливерпуля. Им 9 надо забивать. Пока дело только начато. Давайте смотреть. Забыли про Джо Аллена. Оторвался. Он убежал на дальний угол вратарской. Ну и вот так вот. Вот так пульского клуба. Ай-яй-яй. Неуверенно играет Миньоле. Тем не менее, фол. Платтенбург фиксирует. И будет штрафной удар. И рывок Фленагана. Увидел. Фленаган. Перевод на Суареса. Суареса. На отбой играют футболисты Кристал Пэлас. Заброс прямо в руке. Куянус Перрони. Футболисты Ливерпуля в этом туре Захал. Захал, который встречался с Астон Виллой и Ливерпуль, и, конечно же, для Луиса Суареса, который может стать лучшим бомбардиром в рамках одного сезона в истории премьер-лиги в этом сезоне. Вот это плюнул, так плюнул. Сейчас в этом моменте он мог сравняться с Криштиан Джерардом. Ой-ой-ой. Неприятный удар. В последний момент среагировал на него Миньоле. Окажется, скорее всего, в заявке Стивен Джерард с Джордан Хендерсон, который... Можно пробить. Будет удар. Опасно! Миньоле! Ух! Еще раз давайте смотреть. Вот подача. Кто здесь? Добирается до мяча Панкер. Проходит, входит в штрафную. Прострел, удар! Кажется, поехала нога у Луиса Суареса. Пробил по воробьям. Конечно, недоволен. А как хорош Стерлинг был в этом эпизоде. Давайте. Тем не менее, сохраняет мяч. Ругается. Подача. Нет, это удар. Рух. Фленаган. Фленаган. Ай-яй-яй. Суарес. Он штрафной. Прострел. И уже свисток. Аллен. Удар. Уголок.
был, поточнее, ах нет, Джо Аллен. Может быть, и дублем отметился отношения здесь Клаттенбург и Панкин. И казалось, что Клаттенбург говорит, что ты хочешь, дорогой. Ты оторвался от него, ты подал. Зачем же тогда свистеть? Ну, а тем временем, за этим выяснением отношений, и время первого тайма уже подошло к концу. Покидают команды поля. Можно поаплодировать, я думаю, и тем, и другим. Довольно. Кристал Пэлас, Тони Пьюлис, главный арбитр сегодняшней встречи. Суарес входит в штрафную. Старич, падение Суареса без внимания оставляет Марк Клаттенбург. Надо подниматься, показывает арбитр. Какой пас придумал Блазье здесь, но удар у Ледли не получился. Старич, удар! Штанга, добивание! Ой-ой-ой! Не попадает Луис Суарес! А как он хочет сегодня забить? И были же шансы. В первую очередь два удара во втором тайме. В первом тайме. 2008-2009. Старич пока тем временем наносит удар. Рикошет! И гол! 2-0! Рикошет от защитника Кристал Пэлас заставляет капитулировать голкипера команды Хуяна Спирони. Да, неожиданностью стал этот отскок для кипера Кристал Пэлас, до этого игравшего года. И рвется Ливерпуль в атаку. Суарес! Суарес! Повторил рекорд! Повторил рекорд, установленный Аланом Ширером, повторенный в 2008 году Криштиану Роналду. И вот теперь Луис Суарес на радость вот этим парням. Не зря так громко запели. Давайте еще раз смотрим. Удар! Хотел закрутить в дальний угол, и можно было это сделать. Ливерпульской газеты «Эхо» лучшим игроком сезона стал Стивен Джонсон. Удар! Перрони переводит мяч на угловой. И желтая карточка. Отложенное нарушение. Мяч у Ледли. Ледли, подача. И в руки. Пока Старич штрафной. Стерлинг, удар. Очень опасно было. Стерлинг снова в штрафной. Гейл набирает ход. Пас направо. И удар. Ай-яй-яй. И Гейл разводит руками. Он врывался в штрафную площадь. Но вместо этого направо просится пас. Суаресу в штрафную. Успеет Луис. Нет. Будем надеяться, что на самом высшем. Дилейни. Удар. Сейчас можно было подправить. Это Коутиньо так вошел в игру. Снова 7 мячей составляет отрыв Манчестер Сити. Можно обыгрывать. Удар! Ух! 2-3! Дуайт Гейл! И болельщики побежали на поле. Гейл. Подача. Ух, меня. И вот сейчас, боже мой, сравнивает счет Кристал Пэлас. Дубль. Дубль оформляет Дуайт Гейл. Больно смотреть на Брэндона Роджерса. Он не понимает, что происходит. И не понимает, что происходит футболисты Ливерпуля. Неужели, неужели Кристал Пэлас решит судьбу чемпионской гонки? И они хотят большего. Несут сами мяч на центр поля. Как же это произошло-то? Со счетом 3-0. Штрафной. Удар. Гейл, удар. Походка есть. Опасно. Мозес. Удар. Ух. Продолжается атака. Мозес. Смещается к центру. Он штрафной. Подача. Там никого.
И миньольжное пение южной трибуны. Все. Под дружное пение трибуны Селларс Парк звучит финальный свисток в этом матче, возвещающий о том, что Ливерпуль не де юре, но де факто теряет шансы на чемпионство. Выстраиваются стюарды Дуайта Гейла и еще раз Дуайта Гейла. Таким образом, у Кристал Пэлас становится 44 очка команды.